Производство киностудии художественных фильмов имени 8 февраля. Корейская Народно-Демократическая Республика. Приказ номер 027. Отлично. Сегодня мы справились на 30 минут раньше. Я думаю, что это еще не предел. Стараемся. Какой уж предел? Была бы возможность, вы бы каждому поставили по реактивному двигателю и запустили в небо. А что, неплохое предложение, можно подумать. С тебя и начнем. Да ну вас! А мне не смешно. Другие отделения в разведку уже ходили, с противником встречались. А мы все подготовкой занимаемся. А вам что, не обидно? Это касается нас всех. Ничего, для нас тоже дел хватит. Кто знает, может, нас держат в резерве для какого-нибудь спецзадания. Да, под грифом «совершенно секретно». Слушайте, не будем огорчаться. Подождем. А что, если в штабе сомневаются, не доверяют? Помните, во время подготовки мы допускали ошибки, и нам их не могут забыть. Нет, тут что-то другое. Мне кажется, откуда-то очень вкусно пахнет. Да, давно пора пообедать. А Гельнама все нет и нет. Я здесь? Докладываю, ефрейтор Гельнам для немедленной раздачи пищи готов. Отлично. Для поднятия духа. Вот молодчина, все предусмотрел. У меня зверский аппетит. Ух, как я проголодался. Чем сегодня кормят? Товарищ командир, вас вызывает дежурный. Да? А? Я сейчас. Скоро вернусь. Обедайте без меня. Понял вас. У нас есть сведения, что противник готовит для переброски в наш тыл диверсионные группы, так называемые отряды особого назначения. Это профессиональные боевики, обученные всем видам подрывной работы, строжайшей конспирацией. Данная операция готовится с большой тщательностью. После того, как враг понес ощутимые потери, на эти отряды он делает главную ставку. В штабе военной разведки противника работает наш человек. Цветок граната. Запомните ее лицо. При встрече она вам укажет места дислокации учебных центров отрядов особого назначения. А дальше вы действуете в соответствии с приказом номер 027. Ваша задача – обезвредить учебные центры. И во что бы то ни стало, уничтожить штаб. Срок исполнения – 3 дня. Мы на вас рассчитываем. И уверены, что с заданием вы справитесь. Зря не рискуйте. Поберегите людей. Слушаюсь. Дорогая моя, нам предстоит особое задание. Особое задание. А, в тылу врага. В тылу врага. Не знаю, поймешь ли ты, как это ответственно и почетно для бойца. Мы честно готовы выполнить любое задание Родины и победить. Во имя жизни. Во имя нашего светлого будущего и счастья детей. Мне очень хочется, чтобы и ты была уверена в нашей победе, как и мы. Товарищ командир, вам тоже не спится? Ложитесь, пора. Сейчас лягу. Ну что ж, спокойной ночи. Чхэн-хэн. Постой-ка.
Ты знаешь, у меня тут мысль одна возникла. Вот сижу, в голове все крутится. Положить бы на музыку Гильнама хорошие стихи, а? А вдруг из него выйдет музыкант? Не прожить на земле нам без Родины. Я границы ее берегу. В эту ночь через фронт переходим мы, чтоб удар нанести по врагу. Будут пули за нами охотиться, но я выживу в шквальном огне, потому что мне очень не хочется умирать на чужой стороне. Ты меня ни о чем не расспрашивай, только верь, что я скоро вернусь. И к тебе, по обычаю нашему, я тихонько в окно постучусь. Чханхен. Старшина Удже. Сержант Янгын. Сержант Боннам. Сержант Лиун. Отделение Али. Товарищ командир, по возвращении вы будете нас встречать? Да. Мы выполним задание. Конечно. Я не сомневаюсь. Не подведем. Встретитесь с цветком граната на вокзале Янчен 22-го в 17 часов. В руках у нее будет стетоскоп. Это знак, что слежки нет и можно подойти. Если